Этими летами хочу выехать в Крым. Я там просто отдыхаю уже 4 года подряд. Нас смущает ситуация, ну, очень даже сильно. Но мы как бы просто хотим. Я думаю, не будет никакого к нам отношения такого ужасного. А скажите, у вас много родственников, близких, знакомых, которые тоже хотят, планируют поехать в Крым? Да. Знакомые родители купили там недвижимость. По дешевым ценам. Вы буквально недавно, да? Да. Те, которые были в Крыму раньше, отдыхали, сейчас не имеют желания себе поехать в Крым. Думаю, что получится куда-то выбраться. За пределы Украины, если нет, то железный порт. Крым? Да. Нет. В Крым всех знакомых желающих нет. Мы ходим в походы с ребятами. Вот Крым, Карпаты раньше. Вот в этом году мы обычно на майские праздники ездили в Крым. Вот в этом году никто в Крым не ездил. В Крым у меня папа ездит каждый год, то есть они там экспедиции лазят по горам с удовольствием. Mm-hmm. В этом году тоже был, вот вернулся в мае. Этим летом нет, не будет. Почему? По финансовым причинам? Ну, да. Нет, в Крым никто точно не едет. В Карпаты, знаю, поедут точно. В Одессу, на море туда. Крым точно никто не собирается. 100%. Ну, я не знаю, у меня даже родственники в Крыму, но мы перестали даже общаться с ними. Думаю, буду. Скорее всего, здесь. Нет. В Одесской области? Не знаю. Ну, раньше был Крым, теперь его нет, а все остальные, мне кажется, грязные места. А я думаю, в Турции или в Болгарии. Крыму точно никто не будет отдыхать в этом году. В Крым нет. Да, либо в другое место, да. Это связано с политикой, да. Ну и вообще, как бы там небезопасно, наверное. Одесса, Турция, Египет.